Британские исследователи обеспокоены тем, что в стране не могут сократить потребление соли. Они говорят, что это приводит к сотням новых случаев болезней сердца и рака желудка. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Ливерпуля приводят допустимые нормы потребления соли в день. Для взрослых это 6 граммов или 1 чайная ложка, для детей – 3 грамма. Однако с 2011 года британские власти не предпринимали попыток урегулировать пищевую индустрию, которая шла собственным путем развития. Согласно исследованию, в среднем один житель Англии потребляет в день 8 граммов соли. В основном соль поступает в организм с хлебом, мясными полуфабрикатами и закусками. Если мы не исправим систему и не создадим независимый орган наблюдения уже к 2025 году, то нас ждут 26 тысяч новых случаев сердечных заболеваний и 3800 случаев рака желудка. Диетологи говорят, что люди попросту не осознают, сколько съедают соли, особенно дети. Часто простой завтрак из жареного бекона и тоста уже может содержать дневную норму соли. Это приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, повышенному кровяному давлению и ухудшению состояния здоровья в целом. Ранее правительство и пищевая индустрия заключили соглашение о добровольном снижении количества соли в продукции. Однако эксперты считают, что этот договор не работает. Они призывают власти немедленно действовать.